Город Гомель, квест. Никогда, квест, никогда не пробовал реально. Ну попробуем, что это. Ну так. По приколу экспериментальное видео. Поехали. Начинаем квест наш. Я не буду показывать прохождение, это понятно. Я потом на монтаже все сделаю, потому что неинтересно будет играть. То есть сам квест, то есть саму суть покажу, пофоткаем. Спасибо. Пофоткаемся. Так, смотрите, блин. Здесь у вас предыстории не будет. Приступайте сразу к игре. Через окошко даже вывести не пытайтесь. Это мне знакомо, я в изоляторе очень много посидел. Спасибо. Блин, мы в камере. Сначала надо посмотреть. Сходство есть, я вам хочу сказать, реально с камерой, в которой я был реально в изоляторе неоднократно. Вот это называется дырка, толчок, как хотите. Кстати, здесь унитаз. На самом деле в изоляторе нет никаких унитазов. Не знаю, видно вам, нет? Там темно. На самом деле в изоляторах их нет. Там просто плоскость такая, ну дырка почему называют, и все. И в дырку в эту ты ходишь. Блин, ну прикольно. Я тебе хочу сказать, они даже запах сделали какой-то вот. О, надписи. Вот их надо. Здесь был. У меня хлопцы в изоляторе сидели и говорят: о, видели всех там, видели, по тебе надпись писали, там типа есть сколько суток, там дохренища. У меня получается сутки плюс и т.д. Ладно, поехали. Типа ключ будет? Ну тут не ключ будет, я построил, тут замков нету. И через окошко ты не вылезешь. Нет, он говорит, да, но смысл тогда выглядит. Но смысл такой, да, надо сейчас эту дверь открыть. Окошко, кстати, вот это вот, как ты сказал, окошко, вот это вот, это в изоляторе, это называется кормушка. Почему кормушка? Потому что сюда еду подают. Оно откидывается, и тебе туда мисочку такую алюминиевую протягивают. Вторая цифра, номер дела. Народ, окончание. Специально снимаю, чтобы вы ничего не видели, потому что попадут моменты, кто будет участвовать, вы поймете. Поэтому я снимаю только так чуть-чуть. Но офигительная просто штука. Впервые сам пробовал, друг впервые пробовал. Ну просто, ну, это круто, короче. Попробуйте. Пропотел как конь, как в 20 лет. Поползал весь тут. Ну, переползали. Мы в итоге выбрались, но, конечно, с подсказками. То есть у нас все равно получилось... Сколько подсказок использовали в итоге? Ну, наверное, 3, да. Подожди, ну, но мы в лимит вложились, по-моему. Можно. Лимит вообще вложились. Нет? Не вложились. Наверное, возьмет то, что вот это с подсказками. Потому что вот эту штуку, во-первых, еще искали вот с этой. Вот тут все, короче. Всем добра, пока-пока. Это город Гомель, попробуйте возле танка в центре. Зайдите, не рекламу вообще, я их не знаю, они меня не знают. Мы впервые не снимал, потому что вы же понимаете, если я все покажу, какой-то даст смысл это проходить. Поэтому внутри не снимал, но удовольствие получили. Вот так вот просто. Оторвались, время пролетело. Сколько мы были примерно? Час-полтора, сколько мы были? Ну, час-пятнадцать-час-двадцать где-то. Час-пятнадцать-час-двадцать пролетело просто вот так, как минута. Заморочились просто пипец. Интересно, реально. Все, пока-пока. Попробуйте.